Турция стремительно расстается с наследием Ататюрка. На днях решением Государственного совета страны был утвержден новый вид турецких орденов и медалей, из которых были удалены портреты Мустафы Кемаля. Также была отменена клятва Ататюрка, с которой начинались занятия во всех начальных школах страны. Мы отменяем клятву Ататюрка в начальных школах. В прошлом году мы отменили ее в средних школах, теперь в начальных. Как счастлив, говорящий я, турок! Данная инициатива была предложена еще во времена, когда президентом Турции был Абдуллах Гюль, а Реджеп Тайип Эрдоган занимал пост премьер-министра. Но тогда кемалисты обжаловали решение, и постановление было отменено, а на днях оно вновь вступило в силу. Стоит отметить, что Эрдоган запустил масштабную конституционную реформу для искоренения запрещенных к изменению со времен Ататюрка статей. Они утверждают светскость государства на платформе тюркского национализма Ататюрка. Эрдоган решительно настроен избавиться от политического наследия Мустафы Кемаля и перевести Турцию на исламский вектор развития к 2023 году.